Ночь уличной астрономии в Реутове началась задолго до темноты. Около 7 вечера открылась первая площадка. О своих находках, метеоритах рассказывал поисковик-энтузиаст Тимур Кричко. Вот это другой иранский, он уже распилен. Такая же структура немножко отличается, но близкая. Разные структуры – результат один. Все метеориты, которые нашел Кричко в иранских, чилийских и египетских экспедициях, изучают в НАСА. Реутовчанам поисковик показал и шлифы. Это такие тонкие срезы. На первый взгляд – ничего особенного. А вот под микроскопом красота неземная. Как будто разом засверкали все бриллианты. Они полностью отличны от земных пород. Их нельзя ни с чем спутать, именно вот эти обыкновенные хондриты. Это первичное вещество, из которого сформировалась и Земля изначально, и все остальные планеты. Там нет ни воды, ни растительности, ни кислот, и эта порода никак не меняется. Вот уникальность в том, что мы держим в руках камень, которому 4,5 миллиарда лет, он никак не менялся за это время. Вторая площадка – настоящий планетарий. В него, кстати, выстроилась целая очередь. Реутовчан ждали мини-экскурсии по звездному небу и рассказ о созвездиях. Рядом еще одна площадка. Это не виртуальная. С настоящей космической едой. Такое питание – эксклюзив. Производится по рецептуре 78-го года. В меню 10 наименований. Это первые блюда – борщ, суп гороховый, крем-суп грибной. Вторые блюда – это мясо с гречкой, мясное пюре, картофельное пюре с курицей, десерты, каша, творог и компот. Все считают, что это как детское питание, перетертое вот такое вот. На самом деле состав фракционный, то есть там маленькие кусочки и есть что пожевать. О том, что пожевать, реутовчанам больше не рассказывали, зато показывали, например, нарастающую луну. Видеть ее все могли на расстоянии буквально вытянутой руки. На фабричном пруду специально для этого установили телескопы. Очень хорошо видны кратеры, видны моря. На терминаторе эта линия, которая разделяет освещенную сторону Луны и темную сторону Луны, там всегда она всегда очень красива. Там тени, отбрасываемые горами и кратерами, центральные горки в кратерах. Рассмотреть всю красоту звездного неба в Реутове планируют не раз. Главное, чтобы ночь была ясная. А уже в августе в парке «Фабричный пруд» также тщательно будут изучать воду. Здесь пройдет ночь водных фонариков. Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ.